Всем привет, с вами Лев, это новая серия по техно-хардкору спустя 5 месяцев. Да, в принципе, я продолжаю бить рекорды по незаписям вообще летсплеев, да. Я и время хардкора помню, было время, когда я не записывал, не знаю, несколько месяцев, уже не помню сколько, да. Было тоже дело такое, да, прошлый летсплей мой. И теперь вот с этим, но как бы здесь у меня была причина, то что я уезжал в Россию, и поэтому как бы только вот сейчас я записываю, да. Ну, я до этого, правда, уже 3 ролика записал, ну да ладно. Окей, в принципе, давайте будем начинать. Это у нас сегодня будет такая новогодняя серия, потому что я установил мод на, во-первых, елки всякие и так далее, то есть всякую вот эту новогодние всякие вот эти приколюхи, да, интересные. Но самое прикольное то, что я поставил мод, который делает зиму во всем мире. И как вы видите, у меня здесь уже появилась куча льда, то есть у меня все здесь замерзло, и то есть вы видите то, что по цвету листьев, то, что уже прям, ну, здесь прям уже зима такая прям началась, да. В этой серии я хотел бы избавиться от проблемы с патронами, да, чтобы уже не только лутать в данжах их, да, и все, и как бы они у меня постоянно кончались, у меня сейчас их опять нету, а чтобы как бы можно было взять их и сделать с помощью специального стола, да. Ну, типа верстака, но как бы свой верстак под оружие, да. И еще сделать вот топливные баки, чтобы их можно было делать, да, чтобы было в них топливо такое, да. То есть не пустой, да, вот такой вот, да. Для этого нужна химическая лаборатория. Но есть такая проблема, то что нужна какая-то энергия из мода как бы Touch Guns. Я не знаю, что это за энергия, мы сейчас будем пробовать, но я... Так как не знаю, я сейчас хочу попробовать из мода Industrial Craft получать энергию, да. Я уже в прошлой серии этим начал заниматься, то есть вот у меня есть железная печь, благодаря которой можно потом сделать генератор, да, который будет вырабатывать энергию. Но для этого нужна была мне гивея, которую я не мог найти. И, кстати, я немножечко путешествовал и вчера, и сегодня я немножечко попутешествовал и нашел наконец-то гивею, только я ее нашел не в самом мире, а нашел в деревне, да, в кузнице. Это действительно круто, то что я ее хотя бы там нашел, потому что я, честно, замучился уже, да. Окей, давайте мы сейчас поспим, и тогда я уже буду вам все это показывать. У меня начинается проблема того, то что у меня весь инвентарь забит, и как бы девать это некуда. Хотя можно сделать рюкзак, можно же сделать рюкзак, о котором я забыл. Понятно, так, давай спи, спи, рядом есть монстр. О, твою мать, я сейчас так испугался, это опять это чудовище. Ой-ой, тихо-тихо, блин, очень лагает на самом деле, я не знаю, с чем это связано, да? Так, но я его убил, окей. Окей, я сейчас сделаю еще немножечко сундуков, потому что мне уже их не хватает, да. Я думаю, вы заметили то, что у меня в этой серии все как-то что-то подлагивает и так далее, но на самом деле сейчас все нормально. Так, подождите, а почему ночь? Почему ночь? Это очень странно. У меня в этой серии все как-то подлагивает, но на самом деле минут 15 назад, когда я еще играл, здесь просто у меня было то, что в какой-то момент вообще там по 2 FPS было. Поэтому я не знаю, в чем проблема. Сейчас у меня FPS более-менее нормальный, но вообще FPS где-то в 2 раза больше, когда я без записи играю. Поэтому вроде как более-менее все нормально. Так, Липуля, до свидания. До свидания. Кстати, пороха у меня тоже много. Вот у нас порох, это полстака. И еще у меня стак пороха, если что, вот здесь есть, да. Короче, что я хотел сделать, а именно показать, где у меня находится гивея. Гивея еще находится в деревне, которую я, кстати, нашел. Я нашел две деревни, да. И, короче, давайте я найду кузницу. Вот она, кузница. Короче, в ней находится одна гивея. И, наконец-то, мы решили эту проблему. Потому что, ну, я, если честно, давно уже ищу эту гивею и никак не мог найти. Вот она, в принципе, гивея. Саженец гивея. Отлично. Изумрудное яблоко. Как оно крафтится? Наверное, как золотое, да? Вот так вот оно, короче, крафтится. Блин, неожиданно, на самом деле. Блин, ну, иногда прям вообще жесть, как сбоку подвисает. Это меня, на самом деле, вообще не радует. Короче, буду опять пытаться от лагов избавляться в следующей серии. Но сегодня я уже хочу заснять хоть так, потому что сегодня я, в принципе, сделать хочу немногое, да. Вот так вот, короче, выглядят вообще все биомы. И еще кое-что, кстати, расскажу, а именно то, что все биомы, в которых я еще не был до установки этого мода, то есть в прошлой серии я еще точно не был в этих местах,
Они, как видите, со снегом. А в тех местах, в которых я уже был, за все эти сеи, там снега не будет. Поэтому вот такие вот дела. Все отлично, гивея у нас есть. Вот так вот это все выглядит. Куда бы ее бы поставить? Да давайте сюда. А, на песок же, блин, нельзя. Я что, совсем что ли уже дурачок, что ли? Ну ладно, я на самом деле уже забыл. Видите, что происходит с человеком, который уже немножечко разучился играть. Да, хотя вроде как я сейчас немножечко пытаюсь возвращаться на YouTube, но играю я действительно едко. Поэтому я действительно могу тупить. Все, есть первая гивея. И сейчас мы крафтим кое-что, а именно то, что я, короче, забыл, как это называется, да. Короче, все, я уже вообще забыл, как вообще что-либо называется. Но вроде как крафт я помню примерно. Вот какой-то такой, что ли, или что-то такое. Вот что я хотел скрафтить, а именно краник. Вот, все, есть. Сейчас мы будем собирать езину, да. Наконец-то мы ее будем собирать. Точнее, мы из этого, из латекса будем делать езину, да. И с помощью резины мы сможем крафтить всякие электросхемы и так далее. Ну и, короче, много чего сможем крафтить. Потом нам это очень сильно понадобится. Только латекс, а вот он латекс и первый саженец, отлично. Отлично, и, по-моему, 4 штуки. 6, нифига себе. Это очень-очень даже неплохо. Только надо сейчас землю сюда будет перенести, и тогда уже никаких точно с этим проблем не будет. Вы сейчас, наверное, удивитесь, но в этом летсплее у меня ни в одном сундуке не лежало вообще ни одной земли. Это просто, это реально, это для меня такой сейчас просто шок, потому что у меня во всех, наверное, летсплеях там, ну, особенно в выживаниях всяких, везде куча земли, которая вообще нафиг не нужна. А здесь, оказывается, просто мне, у меня даже элементарно там штук 10 не было. Окей, сколько у меня? У меня стак, в принципе, нормально, это достаточно много даже. Я просто хочу сделать какое-то, ну, какое-то место под гивеей, чтобы можно было вот куда-нибудь вот сюда прийти, и как бы все было просто как надо, да. Что-то вот типа такого у меня получается. Понятно, что здесь земли вообще не нужно было, да, но в любом случае я добыл где-то стак. Ну, я не знаю, пригодится. Так, тихо. Давай вот без этих нападений, пожалуйста, все, иди отсюда. Да, без вот этого всего. Давай сегодня без вот, так сказать, хардкора. Да достали вы меня, уйди. Да чтоб тебя, а. Так, чё, мотыга какая-то, нифига себе железная. Ну, в принципе, вроде понемножечку у меня получается. Я сейчас побольше света вот так вот поставлю. И, в принципе, все достаточно неплохо у меня получается. Вот этих чуваков я убиваю, да, я это помню. И все, в принципе, что я еще хочу сделать? А в принципе, просто, наверное, вот так вот брать, выращивать, вот так вот ломать листву со всех сторон, чтобы она как бы вся падала. И тогда у меня, в принципе, все будет отлично, да. Я очень надеюсь, то, что Touch Guns, он будет как бы с модом Industrial Craft, ну, не конфликтовать, а как бы наоборот вместе, так сказать, работать с ним. Потому что, как я понял, здесь моды, они связаны. Например, мне нужна руда из, не знаю, Industrial Craft, например, медь какая-нибудь, я могу использовать медь из Touch Guns, например. Ну или наоборот, то есть в принципе в этом плане очень все круто. Я надеюсь, то, что энергия также будет работать. Так, короче, у нас все, пошел процесс, все отлично. И сейчас пора мне уже рассказать, что такое в принципе, ну тут и так все понятно. Это пресс для боеприпасов. Сюда нужно олово. По-моему, ну как раз из мода Industrial Craft подойдет, да? Хотя нет, по-моему, нет. Какое-то олово именно, по-моему, из мода Touch Guns нужно вот сюда. И, короче, топливо, да, мощность. И какая-то доменная печь. Я смогу, короче, с помощью вроде как железного слитка и вроде как пороха или какой-то другой пыли делать стальной слиток и так далее. Ну, вроде как только для этого она используется. Я думал, то, что она как раз и будет энергию делать, да. Езина у меня теперь есть. Я вроде взял все нужное, все как бы для крафта. Теперь пора сделать генератор. Железные пластины, 3 штуки, это у меня вообще из там крафта. Ну давайте сделаем вот так вот, сделаем вот такие вот пластины и Industrial Craft, и окей. Есть вот это, аккумулятор, оловянная оболочка, ага, это я беру вот это получается, и вот так вот. Ну сейчас мы сделаем еще вот так вот, все. Дальше, чтобы сделать аккумулятор, нужен редстоун и вот оловянный провод. Оловянную пластину надо сделать. Из этого получится, из этого тоже получится. Так, я вроде как ничего не перепутал. Перепутал. Хотя вроде пластины тоже можно. Кусачки теперь нужно найти. Кусачки я то ли где-то потерял, то ли что. Потому что я помню...
А, я, кажется, понял, кстати, где это находится. Это находится в эндах мешочке, который я тоже куда-то потерял. Молодец. Просто гениальный человек. Мешочек — это вообще очень важная вещь. Если я его потерял, это просто... это беда. Мешочки я точно помню. Ага, все. Мешочки, мешочки, у нас много вещей, которые нам нужны. Вот, все, кусачки, если что, это новый, который я скрафтил, и все. Больше нам, в принципе, ничего не нужно. Нам теперь просто нужно сделать таким вот образом и делаем вот так. Все, оловянный провод готов. Нам нужно один изолированный провод. Мы его сделали, и теперь что? Теперь только редстоун. Редстоун у нас где-то здесь валялся, вот, все. И мы делаем аккумулятор. Нам нужно еще две оловянных оболочки, значит, я все делал правильно. Да. Вот, все. Теперь мы сделали батарею. Поздравляю вас, так сказать, да. Теперь три железные пластины и вот эта печь. Раз, два, три. Генератор готов. Отлично. Я надеюсь, что все сработает. Я сделаю вот так вот сейчас. Я очень надеюсь, то, что Industrial Craft будет с модом Touch Gun сам работать. Потому что если нет, это, блин, будет очень грустно. Окей. Давай. Пожалуйста, не подведи. Пожалуйста. Блин. Кажется, я лоханулся. Кажется, я лоханулся. Блях. Кажется, я лоханулся. Нет. Какого черта? Это какой-то ЕУ. Это нам... А, тут ФЕ вообще какая-то энергия нужна. Блин, ну, по-моему, я правда немножечко неправильно сделал. Ну, в любом случае, я как бы не скажу, что я сильно ошибся. Потому что Industrial Craft нам в любом случае заниматься надо. Давайте тогда сделаем дробитель уже, так, чтобы до конца дойти, так сказать, да? Дробитель, все. Камень, базовый блок, насколько я помню, делается вот таким вот образом. Но я его вроде как уже делал. Пофиг. Все, я вроде правильно все сделал, да? Вот, все, базовый блок, это я уже прям наизусть помню. Немножечко булыжника, вроде три штуки булыжника. Кремень, три штуки, и дальше что? Дальше что нам еще нужно? Смотрите, какая тут ситуация. Тут можно скрафтить электросхему из тэчганса. Она немножечко дешевле, я уже скрафтил эти медные провода. Так, и что еще? Сейчас покажу. Так, базовый корпус я скрафтил, это у нас все есть. Ой, это не то, это, блин, вот. И, в принципе, здесь нужно только зеленый краситель. Это, в принципе, не проблема. Да, я уже сюда положил. Вот таким вот образом вот этот мусор сейчас мы убьем. Просто у нас отлично выходит, на самом деле. Я действительно рад, то, что хоть в этом плане у нас вроде как все идет как надо, да. А дробитель, это можно делать бронзу, например. Да, я не знаю, конечно, нам сейчас нужна ли сильно бронза или нет. Кстати, давайте пока это делается, но оно уже, правда, ладно, сделалось. Давайте скрафтим уже. Дробитель, дробитель. Ой, опять не то открываем. Дробитель. Сделаю вот это. У меня получилось даже 4 штуки. Нам нужно, получается, всего одну. Слушайте, это даже немножечко читерно, мне кажется. Это даже дешевле крафтится, чем в Industrial Craft. Намного причем. Ну ладно. Допустим, это все временно здесь стоит. Если что, я это потом уберу. Да. Ну и все, дробитель у нас готов. Я пока что дробить здесь ничего не буду, потому что он мне пока не нужен. Но начало положено. Начало действительно положено в Industrial Craft. В следующей серии я собираюсь сделать уже новую базу. Потому что вы видите, то, что здесь уже все забито. Здесь места и так немного было. Да и как бы уже пора как-то менять, так сказать, местоположение свое, чтобы дальше развиваться. Ну и, короче, что я хотел показать. Я хотел показать, какая у меня броня есть. У меня есть стальная кираса. Вот такая вот. Этой броня и так скоро сломается. Так, она, кстати, сильнее защищает. Мы сейчас проверим. Да, кстати, стальная кираса на пол защиты сильнее. А это уже и так сломается. У нас есть военная броня. Боевая броня, да. Это, по-моему, даже покруче, чем у меня была раньше какая-то. А, у меня была вот эта, солдатская. А сейчас у меня боевой, может быть, жилет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, в нем вроде как быстрее бегать, но, с другой стороны, стальная кираса чуть лучше защищает. Поэтому, может быть, даже в стальной броне мне лучше ходить. Только у меня тапочек нету. Такое вот у меня оружие всякое. Может быть, мне его, кстати, брать вместо там, не знаю, какого-то топора или что-нибудь такое.
Короче, это интересно. Вроде, кстати, оно можно его использовать за место топора. Но вроде как ломает быстро блоки. Да, кстати, ломает быстро блоки и урон как бы 10. Действительно, это прикольно. 100 для улучшения, нам это точно пока не надо. Я просто пытаюсь найти какую-то энергию. Измельчитель, печь, зарядная станция, кстати. Может быть, ее надо? Может быть... Ну, слушайте, она крафтится вроде... Ага, только так, да, можно сделать? Металлургический пресс. Так, чтобы его скрафтить, мне нужна энергия. Подождите, это точно то? Мне кажется, это что-то не то. Короче, пока непонятно, что в виде энергии тут имеется в виду. Редстоуновая батарейка, кстати. Это что такое? Это, подождите. А, естественно, это скрафтить, наверное, очень сложно. Хотя, подождите. Но ее же никуда сюда никак бы не запихнешь. Хотя вот есть флот. Давайте последний шанс, так сказать, сегодня попробуем, да? А если не получится, то уже в следующей серии я уже все сделаю, да? Окей, давайте мы сейчас, в принципе, это все скрафтим. Дело. Нам нужны кусочки меди, они у нас есть уже давно. Есть. Вот это. Два редстона и медный провод. Все, есть. Это было очень, на самом деле, быстро и просто. Ну и давайте попробуем, что? Так, стоп. Так. Ну, по-моему, нет. Это куда-то в другое место надо засовывать. Не знаю, куда. Без понятия вообще. Ой. Но я думаю, что это хорошие вещи. Ну, что-то нужное, да. Может быть, как-то нет, оно не нажимается. Не знаю для чего, но пусть будет. Я думаю, это лишнее не будет на будущее. Но я думаю, что в следующей серии мы уже разберемся, что с этим делать. Короче, с патронами пока что, вот если я вот с этим смогу разобраться, то с патронами, в принципе, никаких у меня проблем потом не будет. Вот у меня есть пушка, я вот так вот смотрю, для штурмовой винтовки, магазин. Винтовочные патроны. Я хочу именно патроны сделать. Вот, мне выходит пресс для боеприпасов. Вот. Свинцовый или стальной слиток. Подожди. Стоп. Вот в чем прикол. Доминая печь. Вот, пожалуйста, железный слиток, уголь. Подожди. Ну-ка. Допустим, уголь и железо. Просто пробуем. Уголь, железо. И ничего не происходит. То есть, ну, вот сюда я не знаю, кстати, как я сделал так, что вот здесь какая-то энергия появилась. Я это так и не понял, как это появилось. Продолжительность 80 тиков. Ну, то есть, сюда нужна все равно какая-то мощность. Вот я пробую, нажимаю, то есть, и ничего не получается, да. Не знаю, мне кажется, это не та сталь, которая нужна. Ну, скорее всего, так и есть. Так, слиток темной стали. Слиток с темной стали, слиток вот такой вот, нет, ничего не работает, к сожалению. И чтобы сделать вот такие вот, такую вот махинацию, подождите, плавление доменной печи, Railcraft. Ага, так это вполне, кстати, возможно такое сделать, это просто в ад надо отправиться будет. Я сделаю вот это и смогу, кстати, сталь делать еще даже проще. То есть то я буду получать какой-то даже шлак из доменной печи и буду получать стальной слиток, правда, из Railcraft'а. Но я думаю, что сюда, если что, можно будет использовать все равно такой вот стальной слиток. Мы сейчас это проверим вот таким вот образом и смотрим. Да, стальной слиток из Railcraft'а тоже можно использовать. Это я так на будущее. Это надо будет запомнить и как бы уже в следующих сериях сделать. В следующей серии, скорее всего, я с этим буду еще дальше разбираться. Я уже там в интернете почитаю и так далее. Либо мы будем делать новую базу. То есть я буду, точнее, строить новую базу. Потому что, ну, здесь уже правда. Это уже такое, как бы, временное убежище. Я просто помню, как тогда я убегал от всех монстров. Я был без оружия, без всего. Сейчас у меня уже есть нормальная броня. Есть хотя бы бензопила. Вроде как оружие более-менее какое-то есть. Но, правда, патронов нету. Но у меня есть патроны в самом оружии вот здесь. Но у меня будет 30 патронов, да. Но это, конечно, немного. Но все равно, как бы, хоть что-то, да. Если экономить, то, может быть, тебе на 15 минут хватит. Да, в лучшем случае. Вот зомбак с оружием умер. Ну ладно. Кстати, сегодня, наверное, серия была самая, наверное, спокойная. Ну, как бы, это все-таки новогодняя серия такая, как бы, да. Такая, как бы, спокойненькая совершенно, без всяких этих убийств и так далее. Ты, тварь, охренел, что ли? В следующих сериях я, когда вот уже скрафчу все вот эти патроны, уже с помощью вот этих всех верстаков, так сказать, да, я просто буду ходить вот так вот и просто вот так вот стрелять всех просто. Жестко, просто вот так вот, прям...
все. И прям все так вот жестко будет. Такой, о-о-о, на тебе, все, и сдох, и все. И как бы мой клиент, да. Все. На этом все. Да. Все, всем спасибо, всем пока и удачи, да. Надеюсь, вам такое видео понравилось, хоть оно было, наверное, каким-то простеньким. Но все. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо и увидимся в следующих сериях и в других рубриках. Пока-пока.